Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Администрация президента следит за попытками кировского бизнеса получить поддержку от правительства. Обсуждение в телеграм-канале «Вятский бизнес» доходит до самого высокого уровня власти, рассказал в нашем эфире вице-спикер УЗС Роман Титов, который сам активный участник канала. В отсутствие иных форматов взаимодействия появился некий там новый там интернет-телеграм-формат, в котором предприниматели пусть читают много, 702 участника, пишут намного меньше, но люди обсуждают проблемы. Фамилиям людей, которые появлялись в чате, я знаю, что его администрация президента читает и аппарат правительства Российской Федерации. Они не читают. То есть в отсутствие иных форматов бизнес создает свои форматы. Да. Предприниматели создали канал в Телеграме этой весной, столкнувшись с невозможностью получить помощь от государства или начать работать после введения ограничений из-за коронавируса. Программа «Экономика». Кировчане могут зарегистрироваться как самозанятые. Сделать это можно с 1 июля, когда начнет действовать в Кировской области новый налоговый режим. Им могут воспользоваться люди, которые продают товары собственного производства, выполняют работы, либо оказывают услуги другим физическим и юридическим лицам и не имеют наемных работников. В Кирове, по прогнозу налоговой инспекции, на НПД смогут перейти 2000 ИП и 1500 граждан. Платить государству они будут 4% от сделок с физлицами и 6% дохода от сделок с юрлицами. Весь учет идет через мобильное приложение «Мой налог». Налог начисляется автоматически, его нужно платить каждый месяц. Страховых взносов нет, отчетов и деклараций тоже. Зарегистрироваться можно в мобильном приложении, через личный кабинет на сайте ФНС, через мобильное приложение банка или портал госуслуг. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. В банке «Хлынов» бизнес может получить льготы по госпрограмме. А ОКБ «Хлынов» стал участником программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. В России всего 62 банка участвуют в этой программе. Они прошли отбор в корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, где оценивали опыт кредитования малого и среднего бизнеса банков, финансовую устойчивость, объем кредитного портфеля, участие в поддержке ключевых программ регионального развития. В банке «Хлынов» отмечают, что участие в госпрограмме по льготному кредитованию для МСП дает возможность предоставлять займы на более привлекательных условиях для клиентов. Соответственно, банк сможет помочь предпринимателям быстрее восстановить свои ресурсы после пандемии. А у КБ «Хлынов» лицензия ЦБРФ номер 254. Экономика. В завершение, в валютах доллар сегодня 69,57, курс евро 78 рублей ровно. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.